замужем, я даже сомневаюсь, что там кроме Дмитрия Владимира Ильича Ленина больше там никого сейчас нет. В чем прикол живой съемки-то? Живая настоящая. Ее не подделаешь. Особенно когда идет без перерывов. Угу. Хоть матерись, да. Хоть не знаю. Хоть что. Человек настоящий. А все постановочные доверие не вызывают. Вот, поэтому. Вот за постановочного фотографа вы платили, нет? Не платили? Здесь? Ну вот. А, нет, не знаком. Угу. Ну как ощущения? Ощущение, что дождик идет. Больше ничего не изменилось. Давай, да? Сейчас пообедаем. Даже там позавтракать, да? Ну там можно будет. Залазь. Отдай колбасу. Мне крыша не нужна. И они ушли, да? И все. Все, кино не будет, они ушли. И что у меня? Боже мой, она сейчас подо мной сломается, я утону. А сделайте вдвоем самолетик. Не, мне надо сесть, у меня объектив Ярик такой. Сюда иди. У меня объектив, это можно не снимать. Вы сюда придите, дальше вперед. Не, там неплохо было. Вот, а сейчас мы можем пойти обратно, все. А вы здесь пока все. Все, теперь жди. Ну, да я нет! Вернись обратно, на исходную позицию. Хорошую оптику никто не отменял. Хотя там матрица сейчас 8-13 мегапикселей, да? Давайте теперь в ту сторону встаньте, а что? Так, мы замочим. Да. Нет, не здесь. Костя.
здесь, потому что вот, чтобы вот это было. Мы приготовили замочек. И что такое? А, и куда вешать будете? Надо его повесить там, где не все вешают. Да. Вот здесь некоторые вешают, ну это естественно. Да, но он сюда не залезет. А вот здесь, Ярослав, сможешь? Нет, здесь снимут, когда будут лампочку менять. Хороший вопрос, куда его вешать? Куда? На мост. На площадь Европы еще. У нас есть еще один замок. Да, у нас есть один для болотной площади, красивый. А куда вы собирались? Ну как же, вот Навальный и все такое, болотная площадь. Да, закрыла. Так, что, мы на середину сейчас ставим и нас... Отсюда сфоткаете. Правильно, сфоткаете или сфоткаете? Я не знаю, я не русский. Ладно, давай. Стоять, подожди. А, что? Смена объектива. Оксана вообще-то учится, она проф. Она настоящая проф. А не тот, кто купил профотик и фоткает все на одном режиме. И говорит, я фотограф. 3000 рублей в час, да? Маш, ну поверни. Я их сделала... Сейчас, когда пойдете, сделай, как будто ты ее тащишь, а она на нас смотрит. Все, тащи ее, тащи. Она радостно мокрые все, промокли. Нет, ну, можно вон там пройти. Что раз, вон там пойти. Тут лучше надо. Стой. 4 сантиметра, да, 40 миллиметров. Пойдем? Да, пойдем. Пакетики. Маша, не прикопай ногами. Что? Простые ноги. Что, ровно столь должны быть? Не, ну она когда дергает, и оно на кадре получается на этом. На... Со смазаны, что ли? Ну да, одна нога у нее нормальная, а другая как будто у нее троится. Все, поворачивайтесь, да?
стояла. И на земле не ходили, с тобой одни репортеры. Товарищ губернатор меня уже начинает пугать. Столб. Я думаю, так это не помогает. А надо вот, вот. Надо стой или что-нибудь столб, такое. Что? Я же не знаю, где столб. Красивый мост. Хорошо сделан. Протекает маленько, но все равно гораздо лучше, чем под открытым небом. Здесь хэнд-майк продают вещи ручной работы. Здесь часто все заставлено. Честно, здесь надо заплатить за место или как-то можно без этого? Это же специально, у меня три номера нет. Дайте мне его номер. Лоха, у меня такая лоха. Есть Лёша, есть Лёшка, есть Лоха. О, плохо, плохо. Без тебя так плохо. А где-то? Вот. Красиво, да? Ну, мы здесь, да, все фотографии потом выберем. Вот,
случае погоды. Покупку влажных салфеток. Нам подарили в такси за 900 рублей. У нас хоть и эконом. Но машина бизнес, да? Ничего, мы когда-нибудь разбогатеем. Да. И сможем себе позволить даже... Разве в богатстве счастье? Да не в деньгах счастье. Не в деньгах счастье, я не говорю, что надо деньги. Надо богатство, а богатство слава Богу. Да. Да, в честь праздника нам сейчас шарик дадут.